С 1 марта стартует отбор в региональные кадровые резервы. Основная цель проекта – формирование региональных пулов молодых управленцев и привлечение талантливой молодежи к развитию регионов. Отбор будет проводиться кадровой комиссией области. Лица, зачисленные в региональный кадровый резерв, могут занять административные государственные должности корпуса Б, за исключением выборных должностей, без проведения конкурса. Принять участие в отборе могут граждане не старше 35 лет, с высшим образованием и трудовым стажем не менее 3 лет, как госслужащие, так и работники других сфер. Отбор будет проводиться в рамках определенных базовых направлений. Это 5 направлений: индустрия и промышленность, экономика и финансы, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура, агропромышленный комплекс и земельные отношения. Отраслевые направления и количество резервистов утверждаются региональной кадровой комиссией с учетом социально-экономической ситуации в регионе и приоритетов развития системы государственного управления. Отбор в резерв состоит из 5 этапов: прием документов, тестирование на знания законодательства и оценку личных качеств, оценка компетенций, затем структурированное интервью в комиссии и завершающий этап – заседание комиссии. Результаты каждого этапа будут размещаться на интернет-ресурсах, в личных кабинетах кандидатов, а также на сайте проекта onr.pk.rezerv.gov.kz. Срок нахождения в региональном резерве – 2 года. Диана Салихова, Шерния Саманов, МТРК.